Добрый день, уважаемые друзья и подписчики! С вами Айгерим Асылбаева. Представляю компанию Respropertie по городу Стамбул. Рада вас приветствовать сегодня в самом красивом мегаполисе мира, в городе Стамбул. По вашим многочисленным просьбам, сегодня наша команда выехала в центр Стамбула, а именно в район Шишли. Знайте, что район Шишли популярен среди иностранцев, также местного населения, потому что именно здесь находится торговые, финансовые центры, такие как Дживахир, Зорлуэ, Трамп Тауэр, Нурол Тауэр и многое другое. Также, благодаря своему расположению, Шишли сосредоточены все возможные транспортные связи, которые полностью связывают весь Стамбул, начиная от азиатской части до европейской части Стамбула. Предлагаю вашему вниманию абсолютно готовый проект, который находится в районе Шишли, а именно в Бамонте. Рядом с проектом расположен исторический объект. Именно здесь когда-то был пивоваренный завод семейства Карла Бамонте. Но сейчас, как видите, этот объект полностью отреставрировали. Это сейчас под открытым небом рестораны, кафе и концертная площадка. Теперь я предлагаю перейти к просмотру показательной квартиры. Планировки 1+1. Это показательная квартира планировки 1+1, площадью 70 квадратных метров. То есть сейчас я стою у входа, справа от меня это ванная комната, дальше ванная комната, спальная комната и гостиная, совмещенная с кухней. Как вы видите, американская кухня полностью совмещается с гостиной зоной. То есть кухня полностью обставлена со встроенной бытовой техникой. Это вытяжка, сенсорная плита, духовка, посудомоечная машина и самое главное это двухкамерный холодильник. Из гостиной зоны есть выход на небольшой компактный балкон. Также гостиная зона имеет потрясающую двухстороннюю панораму. Вот эта панорама смотрит, допустим, на все небоскребы Стамбула, торговые центры, торговые моллы, финансовые центры. А вторая панорама имеет потрясающий вид на знаменитый мост и пролив Босфор. Спальная комната очень компактная, квадратной формы. В спальной комнате есть витражные окна, также, как видите, есть дополнительное освещение, то есть встроенные софиты. И из спальной комнаты есть потрясающий вид, также, как и из гостиной зоны, вид на Босфор. В распоряжении жителей этого комплекса есть вся необходимая инфраструктура, а именно закрытый трехэтажный паркинг, также общий закрытый бассейн, фитнес-зона, также раздельные хамамы, сауны для мужчин, для женщин, комната для отдыха, массажная комната и ресепшн.
Уважаемые друзья, если вам понравился проект и вы хотите получить более подробную информацию, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Под этим видео будет ссылка. Переходите по ссылке и оставляйте свои запросы. Наши менеджеры с вами свяжутся. И на этом я с вами прощаюсь. С вами была Гирима Салбаева. До новых встреч!